بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры, как всегда мы приветствуем вас на нашей передаче, где мы разъясняем практические заповеди ислама. И вкратце хотелось бы напомнить то, что мы с вами говорили о трупе мусульманина. То, что труп мусульманина, конечно же, надо проявлять уважение к данному трупу, так как отношение, уважение к мертвому подобно уважению к живому. То есть разницы нет никакой. Но как же проявлять это уважение? Мы сказали, что это уважение проявляется к мертвому именно пятью действиями. Первое – это совершение гусла, то есть совершение полного омовения. Мы сказали, как это совершается, это полное омовение, какими видами вод и так далее. И второе, мы указали, что надо смазывать его 7 частей тела, вот, значит, камфорой. Это действие называется ханут. И третье, мы с вами сказали, то, что надо облачить его саван, то, что он именуется как таквин. И четвертое, мы сказали, что надо прочитать над ним намаз, ас-салят. И уже пятое наше действие будет, это похоронить его, то есть дафн аль-муслим. И мы с вами поговорили о положениях относительно того, как хранить мусульманина. И также мы после этого указали на то, что не разрешается вскрывать могилу мусульманина. Не разрешается. И более того, если вдруг вы увидите, что, допустим, кто-то вскрыл, допустим, хищное животное или что-то еще, допустим, вскрыло могилу и тело оказалось снаружи, то обязательно надо похоронить это тело. И также мы сказали, что если кости этого трупа превратились в пыль, вот, то можно вскрыть могилу и похоронить там, значит, другой труп. Вот. И еще хотелось бы еще кое-что упомянуть. То, что я думаю, что на прошлой передаче я это не упомянул. И даже если упомянул, пусть будет это как повторение. Здесь говорится, что аль-маварид аллати ля яджузу фиха набшу аль-кабр ля таджди фиха аль-иджаза мин аль-марджа. Здесь говорится, что, допустим, те места, в которых не разрешается скрывать могилы, о которых мы сказали, да, то, что в каких случаях не разрешается, да. Мы сказали, что вскрытие могилы не разрешается в том случае, если труп был похоронен по шариату. Конечно же, если он был похоронен не по шариату, это другое дело. Но мы говорим именно, если по шариату он был вскрыт, похоронен, то уже не разрешается его вскрывать. И если вдруг, допустим, мучтахид, скажем, марджей таглид, несмотря на то, что этот труп был похоронен по шариату, и все было верно и правильно, если он скажет, что надо вскрыть эту могилу, то в данной книге говорится, что «Ля тажди фиха лиджаза мин аль-марджа», то есть не имеет силу брать, допустим, разрешение для вскрытия могилы у мучтахида, у марджа таклита. Это не имеет никакой силы. Это то, что касалось данного положения. Также мы упомянули с вами положение относительно шахида, то есть положение относительно мученика. Мы сказали, что под мучеником подразумевается тот человек, который погиб именно на поле сражения, конечно же, защищая истину.
а тот, который погиб, защищая не истину, он шахидом по шариату не считается. И если человек, который погиб, защищая истину, если он, как говорится, стал мучеником, то, конечно же, мы сказали с вами, гусл по такому человеку или же облачение в саван является необязательным. То есть можно похоронить его и без гусла и облачения в саван. То есть он не является обязательным. Вот. И, конечно же, мы еще сказали, что а как же быть относительно тех людей, которые погибают на, допустим, демонстрациях в защиту, допустим, ислама, религии, или же, допустим, погибают при защите, допустим, интересов мусульман и так далее. Да, они имеют тот же саваб, что и шахиды, но положение относительно шахида на нем не практикуется, то есть ему также надо будет совершить гусл и облачить саван, что не является обязательным в случае с тем человеком, который погиб именно на поле сражения. И также мы сказали относительно человека, который был казнен, то есть мусульманин, над которой была применена казнь. Мы сказали, что его также следует, как говорится, совершить ему гусл, значит, протереть эти семь частей камфорой, также его надо облачить саван, помолиться над усопшим, над ним, и также похоронить его. То есть все, что мы указывали до этого, действует и на этом человеке, на человеке, которого, на мусульманина, которого казнили. Теперь мы приступаем к разделу, который касается некоторых положений относительно мертвого. Здесь, конечно же, поменьше положений, чем в предыдущих разделах. Вот. Но мы с вами говорили о этих положениях, мы сказали, что данное положение мы упомянем на следующей передаче. Вот и как раз наступило время. И здесь говорится «Шарту аль-муматаля лиль-майит мухтассум биль-гусль факат». И здесь говорится, что тот человек, вот помните, мы с вами говорили, что человек, который совершает омовение по усопшему, он должен быть одного пола с усопшим. Вот. И здесь говорится, что это условие именно нужно только в этом разделе, то есть в разделе, когда мы совершаем гусл, то есть в разделе гусла. Именно это относится к омовению. Но если это будет не омовение, а, допустим, облачение в саван, то здесь может быть и женщина, допустим. Допустим, усопший мужчина, а тот, который или та, которая совершает таквин, то есть облачение в саван, она, допустим, является женщиной. Или же, допустим, совершает намаз женщина. Или же, допустим, хоронит женщина и так далее. Да? То есть то, что мы сказали, что должно быть соответствие пола, то это касается именно в полном омовении, в гусле, гусл-мейит. فلو تمكن من تغسيل الميت بواسطة المماثل فلا يصح لغير المماثل تغسيله. Если есть возможность, чтобы совершила гусл или совершил гусл тот человек, который одного пола с усопшим, то это является необходимым. И если кто-то, если совершит по этому человеку тот, который не является одного пола с ним, то это будет неверно. И его гусл будет считаться неправильным. Конечно же, это не касается того случая, когда жена, допустим, совершает гусл усопшему мужу, или наоборот, муж совершает гусл, то есть полное омовение, жене. Этот случай является исключением. И как мы, в принципе, упоминали, здесь говорится «Ваамма таквин ват дафн фаля юштарту фихима аль мумафаля». Но то, что касается таквина, то есть облачение в саван и, допустим, хоронение мусульманина, то здесь не является условием то, чтобы соответствовали полы друг другу.
Теперь то, что касается следующего положения, я его зачитывать не буду, просто вкратце скажу. Значит, вы знаете, что для того, чтобы совершить, скажем так, облачение в саван или совершить гусл и другие, скажем так, другую похоронную процессию, то в данном случае нужно разрешение именно опекуна, вали, да? Но если вдруг этот опекун будет несовершеннолетним, допустим, опекун будет ребенком, то надо ли брать разрешение? Говорится, что нет, разрешение здесь в данном случае не надо брать. И вы можете спокойно облачить саван, совершить гусл, похоронить и так далее. Это то, что касалось вкратце данного положения. И следующее также положение, говорится, что «Ля мания мин мушарикати ниса фи ташйи'иль джаназа ва хамлиха». То есть нет ничего предосудительного, если в похоронной процессе будет также участвовать и женщина, допустим, будет нести, допустим, этот гроб, или же в других процессах будут участвовать. В этом нет ничего предосудительного. Вот. То есть давайте теперь вкратце, так как мы закончили, можно сказать, этот раздел, да? Когда человек-мусульманин умирает, наша задача. Первая наша задача – это совершить ему полное омовение. И мы сказали, что полное омовение совершается сначала водой, которая немножко смешана с камфорой, потом водой, которая смешана с, как говорится, кедровым порошком, и затем мы совершаем уже чистой водой, которая вообще ни с чем не смешана. Вот. После этого нам необходимо протереть 7 частей, скажем так, поклонения, которым человек поклоняется Богу, которые при сажде докасываются до земли. Это значит, как говорится, ладони, потом это лоб, это 2 колена и кончик пальца, да, то есть кончик большого пальца. И, значит, после того, как мы совершаем протирение, мы после этого что делаем? Мы облачаем его в саван. Как облачать в саван, мы с вами это обсудили. Это, опять же, обращаемся к книге по шариату. Мы сказали, что есть ткань миезар, изар, и также есть, миезар, камис и изар, да, это 3 ткани, в которые надо облачить верующего мусульманина. И после того, как мы это сделали, мы что делаем? Мы читаем по усопшему намаз. И мы сказали, что этот намаз состоит из 5 такбиров, и некоторые, то есть в промежутке, скажем так, этих такбиров, между этими такбирами читается некоторые дуа. И после мы что сказали? То, что уже надо будет его похоронить. Надо будет его похоронить в сторону гибла, да, чтобы его лицо, ноги, скажем так, его лицо, его грудь, его живот было в сторону гибла. И так далее. То есть это то, что касалось данного положения. И, конечно же, другие положения мы с вами обсудили относительно труба. Сказали, что шахиду не надо совершать гусл или же облачение в саван. И также тот человек, которого казнили, то есть казненный человек, то на нем действуют те же положения, что и на обычном мусульманине, который умер своей смертью, допустим. Вот. И другие положения относительно мертвого человека. Но теперь наше время закончилось. Но с позволения Аллаха на следующей передаче мы уже приступим к обсуждению таяммума, то есть очищения землей. А теперь я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Yeah.